Конфликт в Балском районе Одесской области. Местные аграрии взбунтовались против арендатора водохранилища. Люди подозревают, по заказу бизнесмена избили активистов. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Жители села Перелеты собираются на стихийный митинг. Одной из женщин внезапно становится плохо. Это мать Виктора Кантановича. На днях мужчину на глазах родных в его доме жестоко избили неизвестные. Их было около 20, все в камуфляжной форме, назывались ветеранами АТО, но вели себя как настоящие бандиты. Пришли, сбили ее, с них стали бить, и потом тянули его до машины. Я стала колбасник, кричу, что он вам сделал? За что так и сделали? Второй избитый — Сергей Мартыновский. Его злоумышленники погрузили в багажник автомобиля и вывезли на окраину села. Сказали, что последний раз предупреждают. Больше таких разговоров не будет, а последует выстрел в голову. Сами пострадавшие, да и жители села уверены, громил в камуфляже подослал местный предприниматель, который арендует водохранилище неподалеку от Перелетов. Мол, в последние годы местные то и дело скандалят с охраной водоема. Когда мы приезжаем отдыхать на речку, выгоняют деток маленьких, чтобы они не сидели даже с удочкой, с маленькой самодельной удочкой. Водохранилище площадью 150 гектаров коммерсанты взяли в аренду 6 лет назад для разведения рыбы. В администрации предприятия категорически отрицают свою причастность к избиению активистов и утверждают, для спортивной и любительской ловли выделили желающим участок пляжа, прилегающий к трассе. Все это согласовали с райадминистрацией. Впрочем, сами чиновники разъяснить условия аренды не смогли. Ну, я же говорю, у нас зараз немає тих спеціалістів, що компетентні в цих питаннях. Начальник в отпуску зараз. Жители окрестных сел намерены добиваться расторжения договора аренды, чтобы, дескать, сама община распоряжалась водохранилищем. И даже создали для этого общественную организацию. Адвокат арендатора, в свою очередь, утверждает, общественники попросту манипулируют селянами. Есть вот эта общественная организация, то есть там человек 15, то есть они, соответственно, там приводят еще людей. Мы спрашиваем, а что вот вы хотите? Они говорят, мы хотим, чтобы вы ушли, а мы сами будем здесь разбираться. Селяне требуют, чтобы в ситуацию вмешались местные власти, а полиция разыскала и наказала погромщиков. Андрей Анастасов, Игорь Механошин, подробности, телеканал Интер, Одесская область.